США открыто пригрозили санкциями одному из своих важнейших союзников – Турции. Все из-за решения Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вместо американских установок «Патриот». Тему поднял на брифинге официальный представитель Госдепа. И наряду с уже традиционными угрозами свернуть военно-техническое сотрудничество прозвучало и упоминание об ограничительных мерах. Мы ясно предупредили Турцию, что сделка по С-400 приведет к пересмотру ее участия в программе по производству истребителей F-35. Это также может помешать передаче вооружений Турции и в дальнейшем. Кроме того, в отношении Анкары не исключены другие ограничительные меры в соответствии с американским законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции С-400 серьезно испортил отношения между Анкарой и Вашингтоном, который практически откровенно заставляет союзников покупать оружие американского производства. Власти Турции во главе с президентом Эрдоганом заняли в этом вопросе твердую позицию и называют сделку состоявшейся.